33-летняя Пелагея перестала скрывать дочь Таисию. Супруга 27-летнего хоккеиста Ивана Телегина показала забавные умения малышки. Вчера свой юбилей отметила легендарный композитор Александра Пахмутова. Ей исполнилось 90 лет. Многие звезды российской сцены поздравили автора десятков шлягеров с днем рождения, вспоминая ее лучшие произведения. К таким музыкальным поздравлениям присоединилась и Пелагея. Она опубликовала видео, на котором маленькая Таисия старательно исполняет песню «Надежда». Дорогую, близкую и великую Александру Николаевну Пахмутову поздравляем все от мала до велика. Тася 2 года 9 мёс, рассказала Пелагея. Первой на ролик откликнулась певица Зара. «Сладенькая», написала она, «что за чудо», отметила Валерия. Поклонники присоединились к комплиментам звезд. «Милость зашкаливает, мини-поле, какая прелесть. Моя любимая песня, Лапочка, но все понятно, пошла в маму. Наша маленькая певица, ждем на больших сценах». Недавно Пелагея высказалась о позднем материнстве. Поклонники и раньше утверждали, что дочь артистки стала ее копией. Певица в платье с глубоким декольте вышла в свет.